Сегодня в Ульяновске работает депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Александр Якубовский. Первым делом руководитель рабочей группы партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков посетил несколько проблемных объектов, на которых пообщался с чиновниками и простыми людьми. Основная задача – посмотреть текущую ситуацию в регионе, понять, насколько сегодня проблема является масштабной, и обсудить с органами государственной власти ее решение. Поэтому, безусловно, понимание есть, что проблема есть, и мы вот на одном из таких объектов сегодня находимся. И, конечно же, вопросов много, и в том числе к органам исполнительной власти, которые там выдавали разрешение, контролировали этапы строительства. Жилищный комплекс «Молодежный» на улице Буинская 8 лет назад был заветной мечтой для сотни ульяновцев. Центральный район города, просторные новые квартиры и прекрасный вид из окна. «Мы строим не просто жилой комплекс, а особое жизненное пространство по доступной цене», говорилось в рекламе застройщика. Реальность оказалась намного хуже. Дольщики обмануты, а строительство заморожено. У застройщика на данный момент нет денег, и он находится под последствием, Дольщики надеются на то, чтобы или федеральный бюджет помог, по программе, потому что областной он не вытянет его. Или даже шел разговор о том, чтобы кредитование было на льготных условиях. Может, или нового застройщика, старого. Жителям другого долгостроя по улице Красноармейская, 140, повезло чуть больше. Сегодня деньги из бюджета в размере 23 миллионов рублей уже выделены. Есть дорожная карта и предварительные сроки, в которые будет сдан дом. Сентябрь 2019 года. Благодарности прибережем до сентября. До лучших времен. До сентября. В любом случае, это первое реальное дело. Почему не поблагодарить человека, который действительно нас услышит? Хочется. Теперь есть уверенность, есть надежда. Объект, почему нет? Из бюджета уже выделено. У нас оптимизм появился. Почему нельзя об этом? Это нужно говорить. Сегодня Александр Якубовский проведет совещание по рассмотрению всего реестра проблемных объектов области. Вечером депутат Государственной Думы встретится с главой региона Сергеем Морозовым, чтобы совместно проанализировать текущую ситуацию с дольщиками и выработать рекомендации. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.